Так, добрый вечер. Да, это уже как-то не совсем вечер, уже как-то после. Так, значит, на самом деле байки я не пишу и не рассказываю. Значит, но когда мы с Митей это дело обсуждали, при этом он, как бы, зная, что я пишу иногда порошки какие-то, там, те, кто знает меня на Фейсбуке, в курсе, значит, просто предложил кое-что почитать. У меня там, кроме порошков, еще там есть немножечко. Поэтому я просто буду зачитывать. Каждый порошок, на самом деле, это вот какая-то такая микробайк. И половины от зарплаты не обошелся мой наряд. А ты надулся весь и снова не рад. Хотеть совсем не вредно, Петя, сказала Лена хохоча. Не забывай глотать слюну лишь, хоча. Свиной бульон или куриный, вопрос вас попросту нелеп. Ведь в супе главное не мясо, а хлеб. А, ну ладно. Прочитаю. Ну вот, бабуля, на свидание надеть мне нечего опять. Будь оптимисткой, думай лучше, что снять. Да. А, такое оптимистическое. Ах, милый друг, я умираю, дожите хотя бы до утра. Скажите что-то пободрее. Ура! Вот следующее. О, вот да, вполне себе такая байка. Эй, Вася, ты же слышал, пальцы туда совать нехорошо. Ну вот, один уже в розетке, и шо? А, вот, замечательное такое, семейное. С ребенка смыли мы чернила, оттерли сажу, карандаш, и сразу стало нам так ясно, не наш. Совершенно верно. Да, туристическая. Лишь отбиваясь монтировкой от осьминогов и акул, я догадался, навигатор сбойнул. Да, ну ладно, такое дискриминационное. Я, может, вас разочарую, но этот клуб лишь для мужчин. Достаньте документ хотя бы из штанин. Так. А, вот замечательное такое. Цивилизация, похоже, на понижение пошла. Не мамонта мы забиваем, козла. Это даже, я бы сказал, автобиографическое. Кто в курсе, поймут. Сейчас, нет. Про грибочки ничего нет, все нормально. Это отдельно. Ах, Маша, ты была прекрасна. В движении каждом хороша. Над нами веником в парилке Маша. Ну, реально честно. Вот и как-то они так уместно рядом оказались. Листая старые страницы, мы умиляемся с тобой. Как много дум на нас наводит плейбой. Да. А, да? Как интересно. Знаешь, что-то новое. Слышь, Люба, я в своей аптечке горчичник так и не нашел. Дай что-то жгучее, хотя бы глагол. О. Так. А, ну это такое, значит, хвастливое. Я на просторах интернета рассыпал много порошков. Ах, сукин сын, ай, да Аркадий, каков. Это да. А вот музыкальное, как раз да, для слета, вполне такое, значит, мне нотный стан вчера поведал и подтверждает интернет, что в до, ре, фа, соль, ля, си, гамме, минет. Нет. Да, вот, спасибо. Ну, музыкальное же самое главное, да? Значит... Ну, так это ж... Могу дать перечитать, все честно. Все сходится, да. Да, обязательно. В палате нашей стать мечтают кто Сталиным, кто Ильичом, кто Жанной д'Арк, а кто-то даже врачом.
О, вот еще музыкальное замечательное, но это такое, чисто музыкальное, да. Валерий классно джаз играет, Сент-Луис блюз и караван. А мог бы Мурку в ресторане, болван? А, вот такое неожиданное, да. Значит, Алена в спешке на работу без юбки вышла на проспект, а все вокруг сигналят, типа, респект. Алена, ты где? Проспект. А вот такое автобиографическое тоже вполне, да. Аркадий, что тут за животик? Зарядкой заняться не хочешь? Да я хотел уже однажды, хорош. Да, ну это такое, значит, такое космическое немножко. Чё за фамилия Нил Армстронг? Какой герой, какой страны? Ты чё, пацан, вообще свалился с Луны? Всё, нормально, всё, есть. И вот такое, вот кулинарное, это, правда, несколько лет назад надо было, ну ладно. Служил Гаврила хлебопёком, но сел в тюрьму и, выйдя в срок, судью в ответ в буквальном смысле упёк. Да, это такое, о, неожиданно такое. Значит, я сторож, звери в зоопарке добры и ласковы со мной, но вот подкрался незаметно пушной. Нормально. Нормально, все. Опа, подкрался наконец-то, ура. Класс. Так. Значит, а вот такая парная штучка, значит, как-то они у меня тогда вдвоем пошли, да. Учиться будешь, сын, в ешиве, талмуд зубрить там и танах, а сын в ответ отцу подумал, танах. И, соответственно, продолжение, ты что не в школе? Кто научит тебя основам всех наук? А крошка сын ответил скромно, Фейсбук. Да. А, вот, да, такое по знакам зодиака слегка все. Значит, тут гороскоп нарисовался тельцам, что жить и жить бы в нем. А я как был, так и остался овном. Ну, все ж я. Да, да, спасибо. Значит, и я так, да. Значит, ну и последний из порошков. Тут у меня еще пирожки, и там еще басенка есть. Я могу долго. Хорошо, ладно, пока вроде нормально. Вот. Это такое очень практическое. Кругом все женщины прекрасные, не отстают и мужики. Вот так всегда, когда теряю очки. Значит, что такое пирожки, тоже, в общем, я думаю, объяснять не надо. Это такой другой размер, и абсолютно не в рифму. То есть там 8-9-8-9-8, да, типа того. Вот я специально даже такое определение написал. Фейсбук вам на запросы типа «хочу горящих пирожков» надергает стежков не в рифму, зато в размер такой, как тут. Это как бы модельный, рыбу все поймали. Теперь, значит, начинаем туда укладывать чего-нибудь такое интересное. Кто предлагает, это такое историческое, тут я знаю, что достаточно людей, которые поймут, о чем идет речь. Кто предлагает ускорение и перестройку совместить, пускай попробует на трассе сменить 4 полосы. А вот такое физическое, да, вполне, значит, школьная механика буквально. Увидев белого медведя, я с ускорением побежал. Святой второй закон Ньютона, дай меньше массы, больше сил. А, нормально, то есть народ еще помнит, да, там, все нормально. Да. Значит, тут такое осторожное. Пожалуй, что на день рождения воды в бассейн мы не нальем. Конечно, неудобно плавать, зато сложнее утонуть. Вот. Значит, ну и дальше опять про воду. Ой, доброе такое, да, тут еще как раз у нас Ильич только что лежал, так что все нормально. Не плачь, Танюша, не утонет в вонючей луже красный мяч. Я так и быть его достану, а мог бы бритвой полоснуть. Вот.
Не-не-не-не, это наоборот доброе, все же гуманно. Мог бы полоснуть, но не полоснул, все нормально. Пустой вот. Подкрался незаметно. Ну, это как бы я потом там могу дать переписать, да, без проблем. А вот как такое, об искусстве вообще. Курильный опиума, это считайте позапрошлый век. А между тем, бордели вечны. Так что главнее из искусств? Не надо здесь пропагандировать. Тут деньги. Давай паузу выйдем. Нет, не все, но просто паузу. Давайте делать паузу. Спасибо, Аркаша. У нас наладился механизм. Механизм наладился. Вот, призы и подарки выдаются теперь. Поэтому те, кто пропустил этот момент, пожалуйста, подойдите, чтобы его получить. Аркаша, спасибо. Здесь вот кружечка с мячиком. Да, вот я просто хочу внимательно сказать, что когда мы заказывали эти шарики, мы поняли, что к воскресенье утро ими будет усеяна вся поляна. Поэтому, пожалуйста, не бросайтесь. Не бросайте шарики, потому что потом нам придется их собирать. Вот. А они хорошие для бросания. Поэтому, если вы его бросили в кого-то, так подберите. Вот. И маечка со значком. Спасибо большое. Вот. Спасибо, Аркаша. У нас как-то.